Три семьи участников специальной военной операции получили новые квартиры во Владивостоке. Губернатор Приморского края Олег Кожемяка вместе с командующим Тихоокеанским флотом Виктором Лина вручил им ключи от жилья. Ваши мужья героически сражались на фронте, вот, отдали жизнь за родину. Вот, к сожалению, это случилось, но здесь вы можете рассчитывать на нашу помощь и на поддержку. Они защищали нашу страну. Мы здесь станем вам надежной защитой. Район Снеговая Падь, где расположены квартиры, один из самых динамично развивающихся в городе. Здесь есть школа, детский сад, поликлиника. Строятся спортивные сооружения. У нас служебная квартира выдавалась. Со служебной квартиры переезжать сюда, жить, обустраиваться, отправлять детей в садик. Потом в дальнейшем школа здесь. Район классный, как бы все устраивает. Здесь все доступности ближайшие, как бы тут недалеко есть поликлиника детская. То есть замечательно выехал, быстренько доехал, магазин, то есть ну все хорошо. Правительство Приморского края в 2023 году взяло на себя обязательства по предоставлению жилья семьям, потерявшим кормильца в ходе специальной военной операции. Юлия Ракоцкая, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.